Тверскую область с рабочим визитом посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с главой региона Игорем Рудени и депутатом Государственной Думы Владимиром Васильевым он посетил промышленные предприятия региона и объекты социальной инфраструктуры. Подробности у Натальи Чикит. В микрорайоне Радужной Твери открылась новая школа на 1224 места. Она построена по инициированному президентом России национальному проекту образования. В учебном заведении созданы все условия для всестороннего развития детей. Лабораторные кабинеты, лингофоны и компьютерные классы, столовая, актовый зал, два спортзала и бассейна, уличный спорткомплекс с футбольным полем. Сейчас в школе обучаются дети с 1 по 8 классы. В образовательном процессе задействован 21 педагог. На сегодняшний момент порядка 270 учеников. Мы заходим не полным составом, потому что это конец учебного года. Конечно, многие дети хотят закончить год учебный в своих учебных заведениях, а на следующий год мы надеемся на полную загруженность. Вячеслав Володин, Игорь Руденя и Владимир Васильев осмотрели кабинеты, столовую, актовый зал, бассейн и библиотеку. Рядом со школой расположена новая детская поликлиника, построена по нацпроекту «Здравоохранение». Эта поликлиника была разработана специально так, чтобы учесть максимальные потоки разведения пациентов, как здоровых, как больных. Первый этаж поликлиники – это прием экстренных пациентов для оказания неотложной медицинской помощи. Также на первом этаже – рентгенологический блок. Второй этаж – это наш педиатрический блок. И третий этаж – это наш этаж, где размещена функциональная диагностика и будут вести прием наши узкие специалисты. За учреждением закреплено около 10 тысяч детей. Новая поликлиника привлекла специалистов из других регионов. Здесь трудоустроены медики из Подмосковья и Орловской области. Кроме того, планируют прийти выпускники-целевики. Также делегация посетила ПК «Транспортные системы». Здесь производят трамвайные вагоны нового образца. Завод выпускает основу трамвайного вагона. Это кузов и тележку. Происходит полная сборка самой тележки, испытания. Первая операция – вклейки стекол, окрашивание кузова, утепление. Передается дальше по технологическому циклу на нашу площадку, на Невский завод в Санкт-Петербург. Вячеслав Володин отметил, что трамвай – самый экологичный и эффективный вид общественного городского электротранспорта. Он также подчеркнул, что вопросы развития общественного транспорта в регионах определены главой государства в послании Федеральному собранию. Послание президент четко поставил. Задачам надо обязательно сделать все для того, чтобы новая техника поступила в города и заменила устаревшую, чтобы наше отечественное производство конкурировало с зарубежными аналогами. Как отметил губернатор региона Игорь Руденя, предприятия Тверской области наращивают объем выпуска продукции, участвуют в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета. За 2023 год в обрабатывающей промышленности отгрузка выросла на 22%. Сохранить динамику планируется и в этом году.